Вейкбординг – экстремальный и зрелищный вид спорта. Для Сочи пока новый, но это пока. Не случайно показательные выступления спортсменов из Санкт-Петербурга открыли финал празднования Дня физкультурника в Сочи. Сейчас в городе развивается 74 вида спорта. Не исключено, их число пополнится именно вейкбордингом. Для города Сочи это, наверное, один из самых актуальных праздников. Большое количество сочинцев занимается спортом. Практически все сочинцы увлечены спортом, как болельщики, либо как спортсмены, либо как любители. Сегодня уже 18 тысяч наших ребятишек профессионально занимаются спортом в школах. С каждым годом видов спорта в городе Сочи становится все больше и больше. Праздник развернулся во всю ширь Южного Мола Амурпорта. В этом году День физкультурника, который проводит администрация курорта, посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. О других победах, уже спортивных, напоминает выставка кубков и наград, завоеванных юными сочинцами. Здесь же и показательные выступления начинающих спортсменов. Среди зрителей немало людей, более чем заинтересованных в происходящем, то есть родителей. Виктор Лычман пришел посмотреть на выступление сына. Это правильно, это очень хорошее мероприятие, которое весь город здесь и все приходят. Я считаю, что надо заниматься и своих детей спорту постоянно приручать. Все 24 спортивных муниципальных учреждения и 3 краевых центра спортподготовки участвовали в этом празднике. Все от боксеров до шахматистов. Чем больше, тем лучше. Таково авторитетное мнение сочинца, олимпийского чемпиона Алексея Воеводы. Массовый спорт поддерживает спорт высших достижений поддерживает массовый спорт. Поэтому если мы будем порознь, мы не будем развиваться. Вот, поэтому мы должны все вместе объединяться и, двигаться путем увеличения количества спортивных, действительно физкультурников. Впрочем, не только спортсмены могли показать себя на празднике. Все желающие, включая сотрудников городской администрации, сдавали нормы ГТО. Тех, кто выполнил нормативы, наградили особыми золотыми значками. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.